Серьезное ДТП произошло в эти выходные в Нижегородской области. 16 декабря недалеко от города Кстово столкнулись пассажирский автобус «Москва-Чебоксары» и «Большегруз». По предварительной информации, МАЗ выехал на встречную полосу и произошло столкновение. Водитель грузовика погиб на месте, всего пострадало 27 человек. 8 госпитализировано, 5 находятся в медицинских организациях Нижнего Новгорода. 23 человека пострадали из Чувашской республики. К сожалению, они добирались в Нижегородской области по путным транспортам, и потом они уже, приехав сюда, на территорию Чувашской республики, обращались в наше лечебное учреждение. Есть пострадавшие из Чебоксарского района, Новочебоксарск, в основном город Чебоксары, Новочебоксарск. Мы находимся на связи с коллегами Нижегородской области, и Семашко, и города Кстово. При стабилизации, когда они нам дадут разрешение, мы их через санитарную авиацию привезем в наше лечебное учреждение. Ситуация находится на особом контроле правительства республики и Минздрава Чувашии. Работает телефон горячей линии 26 14 14.